Добрый день, подписчики, добрый день, кто смотрит канал Неверполон. Сегодня я расскажу, что такое ПЕСЕЛЬ и как его получить в Польше. ПЕСЕЛЬ — это то же самое, что идентификационный код у нас в стране, только это польский код, который имеет каждый поляк. Полякам этот ПЕСЕЛЬ присваивается сразу с рождения, иностранцам его уже давали ранее по приезду, когда делали мультунок, сразу же выдавался и ПЕСЕЛЬ. Потом вышло решение другое, и сейчас ПЕСЕЛЬ иностранцам не выдается, и надо пользоваться номером паспорта. Но так как те, кто собирается в Польше жить длительное время, или переехал сюда навсегда, то этот ПЕСЕЛЬ просто необходим, так как многие документы, и поликлиники, и банки, и обеспечение, и регистрация автомобиля, везде требуется этот ПЕСЕЛЬ. Чтобы его получить, для этого нужна подстава правная. Это, как бы рассказать, подстава правная — это какая-то статья закона, которая позволяет вам иметь ПЕСЕЛЬ наравне с поляками. Когда вы идете в УЖОНД, там, где вы делали мультунок, то вам отказывают обычно в ПЕСЕЛЬ, говорят, что мы иностранцам не выдаем, потому что они подставы эту правную вам говорить не будут. Вы должны сами знать, зачем вам этот ПЕСЕЛЬ и на каком основании вы хотите получить. Поэтому, кого заинтересует, как его получить, какая, что написать там, то пишите в комментариях, я отвечу. Я расскажу, как получить ПЕСЕЛЬ ребенку до 3 лет. Я написать могу, какая подстава, чтобы получить ребенку ПЕСЕЛЬ до 18 лет, и как получить ПЕСЕЛЬ вам самим. Процедура бесплатная, очень быстрая. Вы идете в УЖОНД, заполняете внесок, указываете подставу правную, статью, все, на основании которой вы хотите получить этот ПЕСЕЛЬ, и через 2-3 дня вам позвонят и скажут, что ваш ПЕСЕЛЬ готов, что вы пришли его забрать. Поэтому ничего не сложного, получайте, пишите, подписывайтесь на канал. До свидания.